Боец. Ну, что это? Ну что, сюда еще? Чуть-чуть, Вася, сюда еще ебануть. Блядь, ну если чуть-чуть, да. Чернина пошла. Валерон, иди сюда. Ну да, вдруг он под ним. Ну давай попробуем. А, Валер, ты хотел кружку. Вода не аккуратно, без дна. Без дна. Без дна. Внутри, что-то. Нет, вообще-то нет. с дном. Внутри, она. Посмотри, Валер, аккуратно, чтобы ничего не было. Выбор же. Там, Валер, написано вообще. Да ничего. Что нету маркировки. А внутри не было ничего. Ой, это танка. Нет, это танк. Ну-ка, внутренний мир какой там у него. А, ух ты, она вообще... Лёш, представляешь, внутри тоже зеленая. Первый раз такую вижу. Эмалированная. Не, обычно должна белая быть. Тебе мне давай. Без маркировки. Копаю, я там. Надписи смотри, может там что-то. Немецкое полотно или? Да нет, наш. Хрястик какой, да? Офицерские или... Что-то скрипит. Вот могу откопать, что там скрипит. Что там скрипит, Серёга? Да. А чё ж он у него вещмешок это засунул? Ну, может, лишний. Зимний лишний, да, снял с кого-то. Даже в тряпке он был, смотри. Где? Тряпка. Видишь? Ага, сукно. Ковыривай. Запахло сука. Офигеть какая она. Офигеть какая она огромная. Большая каска, я согласен. Она прикинула в икану какую. Не надо, не надо, не надо сюда кипать. Целая, да? Не битая. Не битая, вот осколок вот. Детство. Да. Тут такое. Я же говорю, здесь мину лежал. Осколок так торчит. А, на вылет. На вылет. И снизу его рвануло, видишь? Это получает. Вот у меня такое подозрение, что вот какая-то ключица, что ли. Ну как она. В каску залетела. Неужели разложенный такой? В каску залетела все. И череп полностью разбит. Здесь. Дайте мне лопату что-нибудь, блин. Дайте Ваське лопату. Два часа ору, блин, лопаты все позабрали. Нахрен вы их относите? Спроси меня, зачем он их относит. Ты смотришь, что свой покопает. Закопай. Валер, видишь, Костя? Ты не видишь. Да не стойте вы. Ну да, это... Лицевая. Челюсть кусок, он весь молодой. Разломанный. Да нет, там сам зубом типа. Вот это дырка в черепе. Да? Камень или зуб? Нет, ну, видишь как? Так получается. А, ну да, вот снесло как раз вот эта часть и осколок, да? На лицо, вон все лицо внутри. Ага. Это камень такой? Два бойца подняли. Бабушки нас складывали. Папа, куда мы нас будем? Верхний. Разобрали.
высокого роста были. Да, 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 да. Пулевая, кстати, ты спрашивал про переломы. Ну, а вот, слушай, смотри. Правда, я что-то там, да, вот перелом. Это я еще помню. Да, 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 я что-то смотрел. Да. Папа, все, давай тебе кости. Да, срослась. Так, это получается у него где? Где? Это голеностоп. Да, 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 да. О, посмотри-ка, дырка. Ну, дырка не это уже, ну, нет, вот, смотри. Вот, слон. А, она так срослась. То есть гай перелом такой, реально. Один. Тут, наверное, его каска, а может еще один. Лопатка. А, лопатка? Да. С лопаткой. Ногами лицом вниз лежит, ноги сверху. Угу. Хочешь, иди в машину сядь. Смотри, подожди, подожди, подожди. Давай. Бойца расчистили. Саперная лопатка, каска слева. Видно, как он бежал, так и упал. Не знаю, что его тащили. Сразу